Пришло время выполнить свое обещание и отправиться на открытие нового бара «Койот» и заодно познакомиться с героиней фильма «Бар «Гадкий койот» с Лилианой Лавелл. Звезда не просто так приехала к нам в Бишкек, а на открытие 22-го в мире бара «Гадкий койот». Теперь в Бишкеке тоже появился один из легендарных баров с мировым именем. Надеемся, что все стандарты «Гадкого койота» будут придерживаться и здесь. И надеемся, что очень много туристов с Америки также будут приезжать сюда отдыхать и веселиться. Отлично, у тебя? У меня тоже все замечательно. Мы же в новом койоте, койот Агли. Как тебе в этом баре? Вообще супер. Мне очень понравилось обновление звука или аппаратуры для звука. Прям трясет изнутри. Ребят, все сюда прям качаются. Хорошо обставили, персонал поменялся. Что бы ты поменял сегодня здесь? Как? Что бы ты поменял сегодня здесь? Ничего. Все хорошо, все супер. Все круто. Круто, американские девчонки, это просто супер. Но плохо, что они всего на один день. Мне кажется, хотя бы недельку, чтобы наш Бишкек почувствовал такие танцы. Молодцы, раскрепощенно, суперски, атмосфера обалденная. Be swimming in them, yes, I need her, vision is a blur, she hotter than wearing a fur in the summer world, look, this just occurred, she's looking at me like she want me, so I am hers, I'm all about that action like a verb, I'm here for 24 hours, baby, please make it work, work, work. А смотрел фильм, который снят по ее истории? Обязательно, как же без этого? Понравилось именно... Трансформация персонажа из забитой девочки в достаточно своевольную, современную женщину.
Смотрите программу «Тусовка»!